«Кому на Руси жить хорошо?» – поэма Николая Алексеевича Некрасова, изданная вскоре после отмены крепостного права, и повествует о путешествии семерых крестьянских мужиков по всей Руси с целью поиска счастливого человека. В конце четвертой главы один из героев, Гриша Добросклонов, сын папа, шел по берегу реки и внезапно нашел, в чем секрет русского счастья. В этом видеоролике такого счастливого человека тоже нашел, но не Гриша Добросклонов, а создатель фонда борьбы с коррупцией, видеоблогер и политик-оппозиционер Алексей Навальный. Речь пойдет о советском российском терапевте, педагоге, докторе медицинских наук, профессоре, телеведущей Елене Малышевой. С 2010 года Малышева ведет на Первом канале передачу «Жить здорово», которая выходит утром по будням. И как выясняется, роль ведущей помогает Малышевой жить хорошо не только в России, но и в Америке, в частности США. И не просто хорошо и здорово, а очень даже здорово и припеваючи. Откуда же берутся миллионы долларов для счастливой жизни у нашего теледоктора? Об этом и рассказывает в прямом эфире от 30 апреля 2020 года Алексей Анатольевич Навальный. Хотите еще больше правды? Тогда посетите YouTube-каналы Алексея Навального «Навальный Лайф» и «Алексей Навальный», на одном из которых и найдете видеоролик «Золотой дворец» вашего любимого доктора. Подробности в описании к видео.